Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Шуша». Приятного просмотра. Александра Ладынина всегда отличалась от других людей наблюдательностью и спокойствием. В свои 38 лет она является великолепным криминалистом, сочетающим в себе роли полицейского и детектива. Ладынину и уважают, и боятся одновременно, ведь в убойном отделе ей просто нет равных. Девушка никогда не была замечена в романтических отношениях. Кажется, она связала свою судьбу с работой, и в этом есть большая доля правды. Но в ее прошлом была любовная история, после чего тема стала запретной. На любом месте преступления Ладынина ведет себя как начальник, распоряжается коллегами, отправляет их на задание или просит обратить внимание на ту или иную улику. Все давно привыкли к ее манере ведения дела, ведь в ее профессионализме никто не сомневается. Но привычному ритму рабочей жизни приходит конец, когда на пороге убойного отдела появляется новый начальник Илья Власов. Он не привык к тому, что кто-то кроме него раздает задания направо и налево. Но дело еще вот в чем: Власова и Ладынину связывает общее и очень непростое прошлое. О том, будут ли запланированы съемки продолжения сериала «Шуша», станет ясно, скорее всего, ближе к концу 2021 года. В настоящее время известно, что главные герои заняты в других проектах. Ждем официальных заявлений. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.